Вот мне хотелось вернуться в Украину, потому что это моя страна, и тут все плохо, и мы те люди, которые должны это менять. Ну, я так думаю. А сейчас я не знаю. После этих выборов я не знаю, что будет дальше, и поэтому я не могу сказать, что я всегда буду жить в Украине. А что ты хотела менять? В Украине? Ну, я хочу, чтобы это более было ближе к европейским странам в Украине. Хотя я понимаю, что даже если я здесь останусь, и если тут уже сегодня начнутся более такие отклонения в европейскую сторону, то все так хорошо будет, как в Европе лет через 50. Это мы даже обсуждали, вот будучи в Польше, у нас была такая евроинтеграция тема, и мы это обсуждали. И мы спрашивали, вот какой шанс в Украине, типа, стать европейской страной? Ну, они сказали, даже если сейчас Украина начнет какие-то сдвиги, то лет через 50 она достигнет того уровня, который сейчас в Европе. Поэтому... Польша конкретно или в Европе? В Европе. Ну, Европу тоже как-то расходит. Нет, скорее всего, как в Польше на данный момент. Вот в Украине будет так, как в Польше сейчас, лет через 50. Вот так вот, да. Я даже это записала себе в блокноте. Это было где на... Это мы в Польше обсуждали. Во время... У нас была лекция по евроинтеграции. Ну, там была история вступления Польши в Евросоюз. И один из членов нашей команды спросил такой вопрос, типа, какие шансы в Украине достигнуть тех результатов, как достигла Польша.